В Металлисте молодым семьям вручили свидетельство на приобретение жилья. В прошлом году сертификаты получили 100 семей, в этом уже 150. Жители Магадана и округов получают возможность купить или построить дом. Финансирование увеличили в 17,5 раз, а это более 110 миллионов рублей. Некоторые семьи уже даже присмотрели жилье. Цель программы – обеспечить молодых людей жильем, а значит поднять демографию области. Я хотел бы поздравить, во-первых, всех тех, кто в этом году получает эту поддержку. Пожелать вам счастливого новоселья, так или иначе, я уверен, что оно будет. Со своей стороны хочу заверить и город Магадан, и вас, и все молодые семьи, что мы эту программу будем поддерживать, как бы тяжело бы нам не было, потому что считаем ее приоритетом. Стать участником программы может молодая семья. Требования следующие. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не более 35 лет. Также семью должны признать нуждающимся в жилье. Сейчас в списке участников более 300 молодых семей. Все, кто сегодня был в этом зале и кто получает финансовую помощь в программе по проекту «Дом для молодой семьи», это все люди, которые нужны Северу, нужны Магадану. Я думаю, что и дети, как и они, влюбятся и будут создавать для семьи, а родителям помашут ручкой, они уедут на юг в теплые края, когда наступит достойный возраст. Поэтому успехов. За время действия программы на территории Колымы выплату получили почти 700 семей. Консультацию по вопросам приобретения жилья можно получить в управлении по учету и распределению жилой площади мэрии Магадана.